Меня зовут Вячеслав, я работаю в IDF, занимаюсь аналитикой. Тема моего доклада — исследование данных, например, HLR. Ну, хотелось бы вообще начать с вопроса, зачем исследовать данные, да? Ну вот есть какие-то идеи, зачем вообще данные нужно исследовать? Чтобы понять, куда двигаться дальше. Окей, неплохо. Лучше принять решения. Управленческие, видимо, какие-то менеджерские. Да. Не верите, он получил. Ну, окей, если тоже вариант, да? Что понять, куда попадают деньги? Ну, на самом деле, прям очень в точку. Я согласен со всем вышесказанным. Вот. Я для себя сформулировал три основные направления, да, в которые можно использовать исследование данных. Вот. Ну, действительно, это извлечение полезных знаний. Ну, например, для бизнеса очень важно понимать, какие клиенты приносят больше доход, чтобы работать именно с этими клиентами. Вот. Есть задачи, связанные с поиском причины изменений в каких-то показателях. Но есть какие-то системы, которые логируют кучу информации. У этих систем есть какие-то KPI, ключевые показатели, да, за которыми мы следим, следят менеджеры. И в один прекрасный момент эти KPI, вот они вдруг падают, ну или растут. И менеджеры приходят и говорят, а что случилось? Вот, надо понять, ответить на вопрос менеджера. Ну и генерация идей, да, и проверка гипотез. Тут как раз речь про то, что лучше понимать свою систему, лучше понимать тот же свой бизнес, как устроены у него данные внутри, да, и что он из себя представляет. Окей, поехали. Я решил построить свой доклад на конкретном примере. Да. Я взял данные с Kaggle, competition про Titanic. Вот, давайте будем эти данные использовать на протяжении всего доклада. Я думаю, что многие из вас использовали summary function, да, summary statistic. Вот, это, наверное, первое, что можно применить вообще для того, чтобы понять, из чего у нас состоят данные. Ну, summary статистика нам, на самом деле, отвечает уже на достаточно много вопросов. Во-первых, про то, что у нас за признаки есть, да, какие столбцы, какого типа столбцы, вещественные или категориальные. Вот. Также показывает распределение столбцов, да, ну, показывает квантили. В принципе, можно составить какое-то представление о том, как все тут устроено. Ну, надо сказать, что competition на Kaggle он заключался в том, чтобы предсказать выживаемость пассажиров. Вот. Тут есть такое поле, как survived. И, собственно, вот это вот поле, оно бинарное, да, в данном случае категориальное, там два признака, два возможных значения в нем, и вот надо это предсказать, имея все остальные признаки. Окей, summary статистика — это хорошо. Кажется, можно сделать лучше. Кто знает, что это такое? Окей, боксплот, правда. Ну, неплохо. На самом деле, я думал, что будет меньше рук, потому что кажется, что не так много народу его использует. Вот. Я тогда коротко расскажу о том, что это. Вот. Мне очень нравится эта картинка, потому что она, на самом деле, очень много информации содержит. То есть боксплот, он показывает вообще, как распределена ваша величина. Вот. Ну, конкретно на этом графике мы построили зависимость возраста от пола. Да? Мы посмотрели на два распределения, как распределен возраст мужчин и возраст женщин среди пассажиров, ну, Титаника. Вот. Уже по этой картинке можно сказать, что средний возраст мужчин он выше, чем средний возраст женщин, например. Вот. Что еще по боксплоту можно сказать? Можно сказать, что распределение на самом деле почти нормальное, потому что вот эта горизонтальная линия посередине прямоугольничка — это медиана. Чем она ближе к середине прямоугольничка, тем ближе она к среднему. Вот, а, соответственно, чем ближе медиана к среднему, тем больше распределение похоже на нормальное. Вот. Надо сказать, что сам прямоугольничек он содержит все 50% данных. Да? Это нижняя граница 25% процентиль, да? А верхняя 75%. Вот. Окей, ну да, вопрос какой-то. Во-первых, по этим данным вы можете говорить, что оно нормально же примерно, потому что может быть наоборот, что у вас единички. А второй вопрос просто, не проще ли сразу же сюда выдвигать какой-нибудь джиттер, которым вы показываете уже? Окей, мы до этого дойдем.
на самом деле, да. Насчет двух точек я, пожалуй, соглашусь, да, но, в общем, это уже как бы достаточно информации для того, чтобы предположить, что распределение, скорее всего, нормально. Но насчет того, что есть две точки, я с вами согласен. Про житер чуть позже поговорим. Окей, давайте добавим еще данных сюда. Вот, и на самом деле боксплот можно еще сегментировать дальше, вот, добавив цвет. И цветом мы здесь выделим выживаемость пассажира на «Титанике». Соответственно, зелененькие — это те, кто выжили. Вот. Тут, значит, можно сказать уже, что, например, средний возраст женщин, выживших, он выше. Окей. Давайте теперь посмотрим на следующую картинку. Это зависимость стоимости билета от класса. Вот. По оси X у нас номер класса, первый, второй, третий, да, их всего три. По оси Y — это цена билета. Ну, по этой картинке можно сказать, что цена билета на первый класс, она выше. Ну, это, кажется, очевидно. Но по этой картинке нельзя сказать, например, сколько пассажиров у нас в каком классе было. Вот, потому что точки могут совпадать. У нас есть билеты, которые стоят одинаково, и мы не можем сказать здесь точно, сколько вот, пассажиров было. Если это очень хочется сделать, то можем использовать житер как раз. И размазать эти точки по классам, да, он добавляет случайное смещение каждой точки. И здесь уже можно сделать выводы о том, как плотно распределены эти точки, и сказать, что, например, что в третьем классе у нас пассажиров гораздо больше, чем в том же первом. Окей, давайте добавим еще данные. Добавим сюда пол и признак выжимаемости. Вот. Сколько измерений сейчас на графике? Кто может сказать? Четыре. Четыре, да. На самом деле можно еще добавить одно, указав размер. Например, там некоторые пассажиры были с детьми, вот, и этот, причем количество родственников было указано. Вот, это можно тоже использовать для визуализации. Окей, это все примеры того, как построить зависимости, да, между двумя переменными. Часто бывает интересно посмотреть на какую-то количественную оценку вот этой зависимости, да, но, как правило, проверить на линейность, то есть посчитать корреляцию. Вот. Для этого есть несколько способов в R. Вот. А есть такая библиотечка, как CorPlot, она рисует очень красивые матрицы корреляции. То есть на вход ей подается матрица корреляции, да, то есть сначала считается корреляция между признаками, между каждыми парами. И дальше вот эта матрица уже посчитана, передается на вход функции из этой библиотеки. Вот, причем можно указать разные варианты визуализации. Можно там выделить цифры, можно изменить фигуры. Вот. Несколько вариантов можете попробовать, если интересно. Значит, что на самом графике, да, здесь получается? По оси X у нас задана шкала. Ну, понятно, что корреляция, она от минус единицы до единицы. Вот. Чем ближе к единице, тем более синяя. Чем более синий кружочек, чем ближе к минус единице, тем более красный. Размер кружочка, он показывает абсолютное значение этого коэффициента корреляции. Вот. То есть тут можно посмотреть на эту картинку и сказать, что, ну, например, вот номер класса обратно коррелирует с fare. Да? Fare — это стоимость билета. Окей, давайте попробуем обобщить все, что у нас есть сейчас, и построим вот такую матрицу. Вот. Есть такая библиотечка GGALE, называется. Она на базе ggplot позволяет сравнивать попарно признаки ваших данных. Вот. И здесь, на самом деле, возвращаясь к вашему вопросу, здесь можно посмотреть уже сами распределения, как они выглядят. Ну вот, например, во второй строчке, первой слева, это вот распределение возраста по классам. Вот. Что на этом графике изображено? Да? По главной диагонали здесь распределение каждой из величин. Если
ну, величина вещественная, то строится вот гистограмма. Да? Если у нас категориальная величина, то строится бар-плот на главной диагонали. В принципе, эта картинка уже тоже содержит в себе много информации, и просто на нее посмотрев, можно извлечь достаточно много интересных данных. Ну, например, тут можно посмотреть на зависимость между классом и возрастом и увидеть, что в третьем классе средний возраст пассажира он ниже, чем во втором и в первом. Можно посмотреть на выживаемость по классам. Да, это... Давайте я попробую показать. Это вот здесь. Здесь видно, что первый класс — это единственный класс, в котором доля выживших выше, чем невыживших. На мой взгляд, это вообще достаточно мощный инструмент для аналитика, чтобы провести какой-то предварительный анализ и сделать даже, может быть, выводы сразу, то есть ни к чему более сложному не прибегая. Окей. Ну вот мы составили представление о том, что такое у нас за данные, да, как они распределены, как они выглядят, какие там между ними связи. А теперь менеджер приходит к нам такой и говорит, вот, а сколько... При каких именно значениях, да, вот, величин у нас получаются те или иные показатели. Ну вот просто посмотреть на гистограмму мы можем, конечно, сказать примерно, да, какие у нас значения. Но если что-то более сложное надо сделать, то придется строить модельку. Вот, но модельку хочется сделать такую не совсем сложную, чтобы можно было ее еще интерпретировать. Вот, и такие модельки, ну, пример такой модельки может быть дерево решений. Здесь я использовал библиотечку Keras. Keras очень интересная библиотечка, она объединяет в себя единый интерфейс, да, и объединяет в себя много разных библиотек машинного обучения. Вот, но в том числе и есть интерфейс RVEC. Здесь я, собственно, его использовал. Я построил дерево в RVEC по двум признакам, по возрасту и по номеру класса, и предсказывал выживаемость. Если посмотрите внимательно, то можно сказать, что на самом деле выживаемость зависит от класса. То есть первый и второй класс, ну, больше всего выживших, там процент выживших выше в этих классах. Можно сказать, что дети чаще выживают, чем взрослые. Ну, например, вот если посмотреть на второй уровень и левые взять ветки, то видно, что младше 17 лет слева и младше 6 лет справа, у них выживаемость выше. В столбцах здесь черным показана доля выживших. Да, то есть если столбец весь черный, то 100% выживших. В левом крайнем столбце 90% выживших. Это дети, которые были либо в первом, либо в втором классе, и которым меньше 17 лет. Ну, в общем, построив такие деревья, можно, в принципе, какие-то инсайды тоже из данных получить. Или можно пойти обратным путем. Можно сгенерировать эти вот гипотезы свои, да, и построить потом деревья, и проверить их таким образом. Окей. Это простая модель. Она, как правило, качество не самое хорошее выдает. А для того, чтобы получить качество выше, мы строим какие-то более сложные модели. Здесь мы сталкиваемся с проблемой интерпретации этих моделей, вот, потому что визуализировать сложные модели, как правило, ну, невозможно. Но все равно хочется понять, почему эти модели работают. То есть менеджер сюда перейдет и спросит, а почему это работает? Ему надо что-то ответить. Ну вот ответить мы можем, например, посчитав важность признаков этих моделей. Вот следующий пример — это модель градиентного бустинга, построенная на признаках возраст, номер класса, пол и стоимость билета, и которая тоже предсказывает выживаемость. Я опять же использовал Keras, использовал GBM Boosting здесь. И в Keras есть универсальная функция var-imp, да, которая позволяет практически для каждой модели получить важность фичей, важность признаков. В Keras, конкретной библиотеке, очень много вариантов того, как считается важность признаков. Но вся идея сводится к тому, что если мы признак этот добавляем, то насколько вообще у нас улучшается качество нашей модели.
Вот. То есть мы последовательно перебираем все признаки, добавляем их в нашу модель и смотрим, как растет качество. Если признак дает большой прирост в качестве, то, соответственно, у него большой вес в важности. Ну вот в данном случае у нас на первом месте получился пол, самый важный. Причем там написано male, потому что GBM автоматически бинаризует признаки категориальные. Но, к сожалению, эта модель не говорит, как именно этот male, этот признак вообще работает. Ну, то есть мы можем сказать, что да, он важный, но мы не знаем, там, мальчики выживают больше или девочки. Вот. В конце я хотел бы еще поделиться с вами таким вот чит-листом. Есть ссылочка внизу на этот чит-лист. Вот. Тут есть все интересные графики, которые можно строить с помощью ggplot. Ну вот у меня все. Вопросы? Да. А можно ли сказать, что то, что мы получили на последнем слайде, противоречит тому, что мы получили на предпоследнем? Давайте посмотрим. В каком смысле? Ну, вот у нас тут самый важный пол, а в дереве решения у нас пола, по-моему, не было. Дело в том, что дерево решений я строил только по возрасту и номеру класса. Я не использовал этот признак. Но чтобы упростить саму модель. Странное что? Я не расслышал, простите. Тильдочки. Я думаю, что это просто вопрос шрифта, да. Вопрос, почему тильдочки странные в формуле. Ну, тильдочки можно поменять, если что. Но я копировал честно из RStudio, должно работать. Друзья, большая просьба, кто хочет задать вопрос, поднимайте, пожалуйста, руку, потому что мы идем в трансляции, и зрители нас не слышат и грустят ужасно. Поэтому вот я с микрофоном готова бегать. Еще вопросы есть? Угу, спасибо. Хотел спросить, какие методы для построения деревьев вы рекомендуете использовать? Ну, мне на самом деле нравится вот G48, это C4.5, вот этот алгоритм. На самом деле он мне нравится, потому что его можно визуализировать красиво. Есть другие методы построения деревьев. А как вам RPart, например? Ну, я тоже его использовал. Ну, смотрите, если я строю какую-то модель, да, предиктивную, то, наверное, я вряд ли буду использовать просто дерево, я скорее буду использовать Random Forest. Вот. А если мне нужно просто посмотреть на данные, посмотреть вообще, как они интерпретируются, то, наверное, здесь не так принципиально, какое дерево использовать. Спасибо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, объем данных, какой вы обрабатываете? То есть обычная задача, с каким объемом данных вы работаете? Ну, понятно, что данная задача, в общем, небольшого объема. Там, по-моему, даже несколько килобайт всего строк, да? Я понял. Да, я понял вопрос. Ну, скажем так, что для аналитики, да, для того, чтобы понять вообще, что за данные, я пока еще не сталкивался с проблемой, чтобы данные не влезали в R. Вот. То есть всегда можно данные сэмплировать каким-то образом. Их можно сегментировать отдельно для сегментов, посмотреть аналитику. Ну, то есть прям вот такой острой проблемы, чтобы в R данные не влезали, ну, вот ее не было. В крайнем случае R можно запустить на кластере, на котором достаточно оперативной памяти, чтобы вот они все влезли в память. Вот так. Следующий, вот этот. Да. Смотрите, он показывает нам R-квадрат или что-то такое по модели, чтобы могли сравнивать несколько моделей по не только по надежности, но и по другим характеристикам. Выбирать наилучшее. Показывает ли он? Да. Или... Ну, как вызвать здесь R-квадрат, к примеру, статистику такую? Просто мы, как понимаем, закладываем все переменные в модель, и он нам прибирает. Можем ли мы посмотреть несколько моделей, чтобы самим выбрать? Не одну, которую он самую лучшую выбрал, ну, RStudio,
а несколько других, чтобы знать, насколько хуже они отличаются, лучше и по другим, может, критериям. Так, вопрос в том, как вообще получить отдельно для каждой модели свои параметры, я так понимаю. Ага, ну, смотрите, во-первых, значит, по этому графику. Это внутренняя функция GBM, да, библиотеки самой GBM. Вот, и она считает на feature importance на основе того, как сами деревья там в этом GBM построились. Вот в Clarity, вообще говоря, можно строить для всех моделей вот этот feature importance смотреть. Можно ли вывести feature importance отдельно для каждой модели? Ну, честно говоря, я не знаю. Но я знаю, что в Clarity есть очень клевая возможность grid search делать. И в этом grid search вы можете указать, какие параметры вы хотите перебрать и получить для них каждую оценку. Ну, как вариант, вот так. Да? А, вот микрофон. У меня скорее ответ на вопрос, который звучал. Есть второй пакет, Carrot Ensemble, который позволяет как раз-таки задавать сразу поиск по большому количеству, ну, то есть по моделям, которые вы укажете, и соответственно, в метриках, то есть кросс-валидации и прочее, то есть пока метрики качества модели. То есть вы можете сразу сравнить там, 5, 6, 7, 15 моделей, сколько вам угодно. Вот, то есть train, ну, в данном случае, судя по тому, что это, в пакете Carrot это всего лишь одну модель. То есть либо вы делаете большой цикл и перебираете вручную там, 50 моделей, либо используете просто другой пакет, как, ну, который является расширением и стакает сразу несколько моделей. Спасибо. Извините, я вначале немножко не расслышал. Вы представляете Яндекс Data Factory, правильно? Да. Вот я хотел такой вопрос задать. Вот, например, когда Яндекс устраивали курс на Курсере по машинному обучению, они предлагали все задачки решать на Питоне. Так. А вот у вас, например, внутри вашего вот отдела, например, как распределено, вот кто пользуется R, а кто Питоном для задач анализа данных непосредственно? Ну, я скажу так, что у нас устроено следующим образом. У всех разные компетенции, вот, и каждый из нас пользуется тем, чем ему удобнее пользоваться. Вот. Если там сравнивать в процентном соотношении, то, конечно, Python предпочтительней. Но это по разным причинам. Вот. Я пользуюсь тем и тем, в зависимости от задач. Друзья, если нет больше вопросов, то, видимо, приглашаем следующего докладчика. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Прось.